Мартанда, улыбаясь и широко расставив в руки, сказал: «Подходи, я буду биться с тобой», и преградил ему путь. Тому смеющемуся Сурье в ярости быкознаменный ударом руки выбил зубы изо рта. Видя, что Михера лишился зубов, Абхага глаз, все боги и риши бежали прочь оттуда. Прогнав всех богов и прочих, Хара в великом гневе стал преследовать жертвоприношение, которое бежало, приняв облик антилопы. Жертвоприношение по небесному пути вступило в мир Брахмы, но быкознаменный в бешенстве направился туда же. В страхе перед Пхаргой жертвоприношение поспешило вниз, и, спустившись вниз, оно силою своего волшебства вошло в тело Сати. Пхарга же, придя туда, где Сати лежала мертвой, преследуя жертвоприношение, увидел ее труп.